Программа «День с толком». В студии Евгения Даровская. Смотрите в выпуске. Зима близко. Когда жителям сгоревшего дома на Власихинской починят крышу? Музыка нас связала, кому посвятили свои композиции участники фестиваля «Калина Красная». Казалось бы, ну, петь на сцене всегда – это какое-то увеселительное мероприятие. Все на пляж. А вообще, те, кто любит ездить на бесплатном автобусе, часто не доезжают до городского пляжа, а останавливаются прямо здесь. Где отдыхать жителям Барнаула и почему добраться до городского пляжа непросто? 11-месячную девочку, которую нашли мертвой в одной из многоэтажек Бийска, скорее всего, убила пьяная мать. 25-летнюю бийчанку Екатерину Шишкову задержали сегодня утром. Она скрывалась в доме знакомых в селе Алтайское. На допросе женщина пояснила следователю, что просто испугалась. Ну, ночью она проснулась и не могла ее успокоить, ударила подзатыльник на диван. Труп спряталась из дома, что испугалась. Напомним, в минувшее воскресенье в одном из многоквартирных домов Бийска нашли тело 11-месячного ребенка. По версии следствия, вечером 27 июля в своем доме пьяная подозреваемая, пытаясь успокоить дочь, нанесла ей телесные повреждения. Утром она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. После положила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов города и скрылась. Мать искали несколько дней. На поиски были направлены все силы оперативных сотрудников уголовного розыска. В круглосуточном режиме работали следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Следователям ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении женщине обвинения и ходатайстве перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. А в этом деле виновные до сих пор не установлены, но теперь пьяные работники и угрозы жителям. В доме по адресу Северный Власихинский проезд 60 в Барнауле устанавливают огнеупорную крышу. Администрация города после пожара, при котором дом сильно пострадал, выделила из резервного фонда 11 миллионов рублей. Пока идет восстановление, редкие дожди топят пятые этажи, а у жителей накопилось много вопросов к качеству работ. Как на претензии отвечает сам подрядчик, узнавал Андрей Дреер. Вчера без касок, сегодня под телевизионными камерами все чинно и благородно. Так восстанавливают сгоревшую крышу в доме номер 60 по Северному Власихинскому проезду. Теперь-то уж уверяет подрядчик, этот лес точно не пойдет прахом. Древесину пропитывают специальным веществом. 10 лет гарантии нам дает организация-поставщик. И он делает дерево огнеупорным? Да. Одни жители в подрядчике уверены, по их словам, именно организация РСО Плюс восстанавливала крыши в затоне после прошлогоднего шторма и с работой справилась хорошо. А вот другие сомневаются в качестве не только работ, но и самих работников. Ребята, их 6 человек на крыше, 2 молодых, 4 взрослых. А они, мягко говоря, всегда под шофе, откровенно. Кроме того, сомневаются жители и в официальных сроках выполнения работ. 4 человека работают до 1 октября. Да кто ее сделает до 1 октября? Все сомнения подрядчик обещает развеять. Сейчас при подъеме на крышу с подрядчиком он мне угрожал, что я его обгадил. А он угрожал чем-то конкретным? В суд подать или... Я узнаю, что это за собственник, я узнаю, я вас поставлю на место. Вот так. Про вас он так сказал? Да. Угрожают также, хоть единичные, но все же дожди. 10 июля, когда горела крыша, жители верхних этажей боялись, не пострадали бы квартиры. Тогда вода пожарных расчетов была спасением. Сегодня дожди – парадоксальные преемники огня, готовы доделать его разрушительную работу. Дождь прошел, опять пятый этаж все затопило. То есть крыша-то течет, да? Конечно, она пустая. Природа неумолима, ничего не попишешь. А вот градоначальника Сергея Дугина умолить удалось. Из резервного фонда выделили 11 миллионов рублей, а подрядчик уверяет, со своей стороны сделает все, чтобы уложиться в сроки. 1 октября по контракту закончить нужно работу, но постараемся пораньше. Большие проблемы, конечно, дожди. Закончить позже подрядчику невыгодно, поскольку, как нам рассказали чиновники, оплата поступит только по завершении работ. А также предусмотрены штрафные санкции на случай, если сроки будут сорваны. Жителям остается только ждать. В выходные, кстати, синоптики обещают дожди. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.
Застроят ли участок рядом с Нагорным парком таунхаусами, выясняет Политсибру. Поводом стало объявление, размещенное на одном из сайтов, согласно которому в непосредственной близости от Нагорного парка, церкви и букв Барнаул продается участок земли под элитную жилую или бизнес-застройку. Возможно, один из крупнейших застройщиков города при поддержке городских властей освобождает под будущее строительство значительный участок рядом с Нагорным парком. Барнаульский бизнесмен рассказал Политсибру о давлении на него городской администрации, которая, по его мнению, вынуждает отказаться от прав на земельный участок, расположенный также поблизости от Нагорного парка. На эту землю, по словам бизнесмена, также претендует будущий застройщик. Журналисты продолжают следить за ситуацией. В частности, предстоит выяснить, насколько законно может быть появление новых строений рядом с парково-мемориальной зоной. Напомним, там находится недавно восстановленный Иоанно-Предтеченский храм и зона отдыха. Детская шалость стала причиной пожара в одном из многоквартирных домов Барнаула. Эта история произошла накануне. Самое страшное в ней то, что в квартире один на один с огнем остался 6-месячный ребенок. К счастью, его успели спасти житель соседнего подъезда, рискуя собственной жизнью. Дмитрий Уваров вынес ребенка из горящей квартиры. Ирина Корчагина подробнее. Здесь вот около вот этого вот окна мужчина пытался забраться. Но вот через это окно, получается, я тоже залез, он мне помог и... проник туда в дом. Неизвестно. Дмитрий Уваров знает, что бывает за проникновение в чужой дом. Мужчина работает в исправительной колонии. Но это как раз тот случай, когда на раздумье не было времени. В соседнем подъезде произошел пожар. В квартире остался полугодовалый мальчик. Жена услышала там шум, крик непонятный. Выглянула с балкона. Там была уже женщина с ребенком. Она спросила, что случилось. Она говорит, что горит. Спросила сразу жена, где второй ребенок. Она говорит, что остался в доме. Лег на пол, дополз до кроватки, увидел, что кроватка. Все, встал, нащупал ребенка. Ну, как бы он спал, ничего не шевелился, спал просто. Вот, поднял его на руки и понес к окну. Грудного ребенка зовут Тамерлан. Сейчас с ним все хорошо. Но страшно подумать, что могло произойти с мальчиком, если бы не его спаситель. В тот роковой день перепугался весь подъезд. Я быстрее ребенка, быстрее бабушек. Надо мной бабушка, я 83 года глухая, потом дальше. Мы будто это, мы бегали, только людей эвакуировали. Позже выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость. Старший брат Тамерлана, которому всего 4 года, баловался спичками и поджег диван. Мама в это время спала. Соседи говорят, что женщина в принципе не следит за детьми, якобы они не первый раз подвергаются опасности. Так ли это на самом деле, мы не знаем. Дверь нам никто не открыл. Во всей этой истории Дмитрий героем себя не считает и даже не знает имя мальчика, которого спас. Но, возможно, когда Тамерлан вырастет, он сам захочет познакомиться с человеком, который подарил ему вторую жизнь. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле начали выписывать электронные рецепты на лекарства. Правда, пока лишь в одном учреждении городской поликлиники номер 7. И касается это исключительно льготников. Принимать такие рецепты будут также только в одной аптеке, 132-й. Так что, побывав на приеме у врача, пациент может просто прийти в аптеку и предъявить СНИЛС. Информация о лекарстве, которое ему прописано, уже будет в специальной базе. В пресс-службе регионального Минздрава объясняют, это пилотный проект, который должен показать, насколько эффективно работает система. Там отмечают, что ежегодно в поликлиниках края выписывают более 2 миллионов рецептов. И переход на электронные носители позволит сэкономить значительные средства и сократит время приема пациентов. Когда к проекту присоединятся остальные медучреждения, пока неизвестно. Постепенный переход на безбумажную систему Минздрав России анонсировал еще весной. Предполагается, что к 2023 году больше половины всех рецептов в стране врачи будут выдавать уже в электронном виде. Да, не заболеть в эти дни очень сложно. 30 градусов в тени. В Барнауле уже несколько дней жара. Спастись от нее можно либо в помещении с кондиционером, либо в водоеме. Наша корреспондент Полина Жданова отправилась на пляж и решила выяснить, легко ли добраться до ближайшего городского пляжа, если у тебя нет автомобиля, и насколько комфортно там себя чувствуют отдыхающие. Куда все едут охлаждаться? Конечно же, на пляже. Мы решили опытным путем проверить, насколько легко до них добраться.
Многие в целях экономии до пляжа добираются пешком. Говорят, 40 минут – вполне хорошая прогулка. Но если температура воздуха плюс 30 в тени, хочешь не хочешь, выберешь средство передвижения побыстрее – автомобиль или автобус. Кстати, раньше до городского пляжа от речного вокзала ходил специальный. Но чтобы вы уж точно добрались до места купания и отдыха, стоит выбрать более регулярный маршрут. К примеру, от Демидовской площади ездят автобусы 40, 203, 269. От площади Спартак 2, 112 и 202. Учтите, что ждать придется довольно долго. Они ходят по расписанию. К тому же, часто бывают переполнены, так как возят еще и дачников. Мы решили действовать наверняка и воспользоваться бесплатным автобусом до строительного магазина. Он отходит от площади Спартака. Покупатель бывает даже зайти не может. Вечер будет. Переполнен. Выходные очень много. Выходные у нас, в принципе, еще один добавочный дают. А вообще, те, кто любит ездить на бесплатном автобусе, часто не доезжают до городского пляжа, а останавливаются прямо здесь, в необорудованном для купания месте, где купаться запрещено. Ну вот, мы и добрались до бесплатного городского пляжа. В общем счете, если ехать на общественном транспорте от центра города, можно добраться примерно за 30-40 минут и незначительное количество времени пройти пешком. Ну а теперь давайте спросим самих гостей пляжа, нравится ли им здесь отдыхать, и проверим, насколько здесь все оборудовано. В этом году намного более, как по оборудованию, более комфортно, чем с тем годом я сравниваю. Ну, за неимением лучшего городской пляж пойдет. Ну, в этом году здесь стало гораздо чище, чем было в прошлых годах, и с детьми возможно больше отдыхать. Говорят, ближе к вечеру на пляже появляется мусор, но в первой половине дня берег довольно чистый. Есть шезлонги и беседки, дежурит береговая охрана. Вода, конечно, непрозрачная, но на дне камней и мусора мы не увидели. Меры безопасности, по словам сотрудников МЧС, соблюдаются. Мы даже захотели охладиться и принять солнечные ванны, но поторопились на работу. Вердикт – смутили только переполненные маршрутки. А в целом отдыхать на городском пляже можно. Но не забывайте, что в городе есть и другие места для купания. Правда, многие из них платные. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком. Они тоже чувствовали себя вполне комфортно на сцене. Музыкальный баттл среди осужденных в рамках ежегодного краевого конкурса «Калина Красная» прошел в Барнаульском лечебно-исправительном учреждении номер 1. Здесь звучали рок-н-ролл, рэп и задушевные романсы. О чем песни заключенных? И остается ли с ними музыка после освобождения? В тюремную романтику окунулась Валентина Аскерова. Я иду с белым знаменем. В их репертуаре уже давно нет блатных песен. Они поют о свободе, просят прощения у родных и мечтают вновь полюбить. На сцене исправительной колонии номер 1 15 арестантов исполняют песни, которые сочинили в неволе. Казалось бы, ну, петь на сцене всегда это какое-то увеселительное мероприятие, но тот посыл слов, музыки, который у них рождается, вы знаете, он меняет их, он растапливает их сердце. То, что музыка растапливает сердца, осужденный Эдуард Чеглаков знает не понаслышке. За колючую проволоку угодил за хранение наркотиков. Здесь открыл в себе музыкальный талант. За 2 года написал уже 20 рэп-композиций. Композиции все как мне грустно, тоскливо и тому подобное. Ну, для Галины я как бы выбрал композицию, ну, более позитивную. Ну, что все будет хорошо, остальное не подойдет по формату. Там. У меня хоть и без матов, но темы такие. Не очень. Локоны, макияж и красивое вечернее платье. Победительница «Калины» прошлого года Светлана Митрякова пробует свои силы в 4-й раз. Признается, все песни посвящает своему самому дорогому зрителю, сыну, с которым сейчас в разлуке. Поэтому меня пригласили в качестве гостя посмотреть, кто же выиграет в этот раз, поболеть. За кого болеете? Да ну, я за всех болею. Кто выиграет, тот выиграет. Пусть выиграет сильнейший. Кстати, многие бывшие заключенные не бросают заниматься музыкой в обычной жизни. К примеру, победитель фестиваля прошлого года Сергей Шкловер сейчас открыл свою студию звукозаписи, где продолжает творить. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Позволит ли искупаться погода, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза компании «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.